Этот психологический квест расскажет о вас намного больше, чем вы думаете, если вы пройдете через этот замок. Закройте глаза и включите свое воображение. Представьте, что вы находитесь перед неизвестным таинственным замком. Приготовьте лист бумаги и ручку, запишите все свои ответы и узнайте кое-что о себе. Вы подошли к двери таинственного замка. Как вы себе ее представляете? Обычная дверь. Дверь скрыта под зеленью. Огромная деревянная дверь, немного пугающая. Открыв дверь, вы заходите внутрь. Что вы заметите первым? Большую библиотеку, растопленный камин, банкетный зал со свечами и красными коврами, длинный коридор с закрытыми дверями. Осматриваясь, вы замечаете лестницу. Какая она? Крутая и очень длинная, спиральная с резьбой. Поднимаясь по лестнице, вы видите дверь в небольшую комнату. Вы заходите. Внутри одно окно. Какое оно? Самое обычное, небольшое, огромное. Вы посмотрели в окно. Что за окном? Большие морские волны и скалы. Лес, покрытый снегом. Местность, покрытая зеленью. Маленький, но живой городок. Вы идете дальше и видите дверь в конце коридора. За ней двор. Какой он? Заброшенный двор. Ухоженный двор, полный цветов. Заросший двор, но его можно привести в порядок. Что означают ваши ответы? Дверь. Дверь намекает на ваш взгляд к новому опыту. Если вы открыли простую дверь, вы готовы взглянуть трудностям в лицо и склонны рисковать. Если вы выбрали скрытую дверь, ваше будущее кажется вам расплывчатым. Если вы выбрали большую дверь, вы боитесь неизвестного, и вам трудно выйти из зоны комфорта. Замок изнутри. То, что находится внутри замка, это то, что, по вашему мнению, люди думают о вас. Если вы представили библиотеку, вы считаете себя тем, кто помогает другим мудрыми советами. Большой камин говорит о том, что окружающие воспринимают вас дружелюбным и страстным человеком. Банкетный зал указывает на вашу уверенность в том, что вы умеете впечатлять. Длинный коридор с закрытыми дверями, вы считаете, что вы часто бываете непонятны окружающим. Лестница. Лестница указывает на ваше восприятие жизни. Крутую и массивную лестницу выбирает человек, для которого жизнь – бесконечные препятствия. Красивую спиральную лестницу выбирают романтичные и позитивные люди. Окно. Окно символизирует ваше нынешнее состояние. Обычное окно. У вас более трезвые ожидания от жизни, и будущее кажется вам более-менее понятным. Маленькое окно. У вас подавленное чувство, будто вы где-то застряли и не можете выбраться. Большое окно. Вы сильный и уверенный в себе человек, способный достичь поставленных целей. Вид из окна. Вид из окна – это картина вашей жизни такой, как вы ее видите. Бурное море указывает на неспокойную и хаотичную жизнь. Заснеженный лес говорит о человеке, любящем уединенную жизнь вдали от суеты. Зеленая долина указывает на стабильную и не очень напряженную жизнь.
Город за окном говорит о том, что вы живете полной жизнью и у вас много друзей. Двор замка. Двор – это ваше видение будущего. Заброшенный двор указывает на пессимиста, для которого будущее не сулит ничего хорошего. Если двор ухожен, вы считаете, что впереди у вас светлое будущее. Заросший двор, но который можно убрать, указывает на ваш оптимизм и желание изменить жизнь к лучшему.